Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео будет снова ловля щеглов. И хорошая новость, два щегла сразу одним хлопком поймал на подманку, уже на нового щегла. Сейчас отправляемся в сад, в огород, все покажу. Пока это все, пока стая не улетела далеко, надо быстренько перезарядить и снова ловить. Некоторые спрашивают, на что я ловлю. Думаю, сейчас заодно пойду щеглов пересаживать и семечки возьму, подсыплю, а то, возможно, рассыпали. Вот обыкновенная, нет, но это не обыкновенная, это мелкая семечка подсолнуха. Вот на нее сейчас хорошо идет щегол. Так что, друзья, имейте в виду, я на это ловлю. Сейчас мы с вами подойдем к месту ловли щеглов. Для тех, кто видео смотрит первый раз, напомню, что первого щегла своего я поймал на земле. Хлопушка стояла на земле и поймался щегол просто на семечке. Вокруг ловушки было насыпано много семечек, ну примерно пол-литровая банка. Затем я продолжал ловлю также с земли, но начали атаковать кошки. Вот, кошки за малым не испортили мне весь процесс. Кошек много, вот. Вот там люди живут, вот большой дом. И у них примерно 15 кошек. Они там приют устроили. Ну и в общем кошки начали посягаться сюда, потому что здесь птицы прикормил. Птиц прикормил, вернее, и стали собираться большие стаи. Воробьев, синиц, щеглов, сойки прилетают. Дрозды прилетают тоже черные. Ну и кошки. В общем, смотрите. Сейчас я начал ловлю. Опять-таки, хороший человек, у которого я приобрел эту ловушку. Он позвонил, говорит: Юра, зачем ты ловишь с земли? Опасно, кошки. Ну, он говорит, якобы вот у него на трубе, и одна труба выдвигается выше, и там крючки и вешает клетки. Но я на дерево повесил. Так, сейчас я вам щеглов продемонстрирую. Вот сегодняшний улов. Это вот подманка. Этого щегла я поймал первого. Ему, он у меня уже живет, наверное, дней 5. Кстати, в подманке сидел, как в хлопке в этом сидел, пел, отлично пел. Только я до сих пор не разобрался, самец или самка. Но краснота у него яркая, хорошая. В общем, у меня прям сегодня праздник. Такого не было ни разу в моей практике. Хотя практика-то моя, что, месяца еще нет, я ловлей начал заниматься. Вот два щегла, пожалуйста, и слева, и справа. Попозже я их отсниму. И посмотрим, самец или самочка. Так, сейчас я вам вблизи их сделаю. Видно, да, вот один. Вот он. Это новенькие. Так, ребятки, надо закругляться, потому что наверняка где-то недалеко стая. Чтоб еще прилетели. Все, тогда продолжение будет у меня. Хочу склеить несколько видео и посмотрим. Сегодняшняя ловля. Так, два есть. Ребят, смотрите. Самец или самка? Вот говорят, как-то надо в лицо смотреть, в мордочку. По-моему, самочка, да? Вот это вот на голове у нее. Сейчас, чтоб не упустить и чтоб не задавить же его. Вот на голове у нее чернота вроде как немного. Хорошо видно. Мне солнце опять в глаза светит, плохо видно. Так, на уровне глаз, вот посмотрите. Вроде не доходит, да, за глаза. В общем, смотрите, пишите, кто это. Это будет, ну, в общем, я не знаю, как обозвать. Один, сейчас второго посажу. Так, вот второй, смотрите. Вот черноты. Тоже узкая полоска на голове. Видимо, я на самца ловлю, это две самки пришло. Не пойму. Ну, по мне, так две самочки, да, наверное. Все, продолжаем дальше ловить. Сюда я посажу их и это уберу. Очередная победа, очередной трофейчик небольшой. Я имею в виду, то по два ловил, то одну. Значит, устанавливал сейчас камеру примерно метр от этой ловушки. Ну вот здесь, на соседней ветке делал. Два часа камера снимала, ни одной птицы не поймалась. Хотел, думал, на камеру, чтобы сработало. Как только камеру убрал, вот сразу, пожалуйста, залетел щегол. Может, боялся? Ну, я вроде... Ну, метр от ловушки, в принципе, что незаметно было. Ну, вот, пожалуйста. Вот такая вот у меня
происходит ловля. Друзья, продолжение следует. Буду стараться снимать на камеру, чтобы прям вот момент, когда хлопушка захлопывается. Но это надо, наверное, чтобы птица осмотрелась, что-то придумать. Вот так вот покрасил я ловушку. Вот как это все выглядит. Сейчас вам покажу. Это дерево абрикоса. Примерно 1,80 м, 1,02 м высоты. На тонкой ветке. На тонкой ветке, чтобы кошка не пошла. Несколько дней раньше я ловил вот на этой ветке, вот здесь вешал на рогатульке. Но видите, ветка толстая, и кошка практически сюда забиралась. Я вовремя увидел, ну вот так по ветке кошка, раз. Вовремя увидел, отпугнул. А сейчас вот так ловим. Ладно, друзья, всем пока, ловля продолжается. Как будет что-то новое, интересное, обязательно сниму, покажу. Самец или самка? Ну, по-моему, самец. Вот верхняя за глаз заходит. Блин, фокус пропадает. Все, друзья, всем пока снова.